Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами Samsung Galaxy A51, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве удалить какой-то контакт из телефонной книги. Для этого мы нажимаем на зеленое приложение «Телефон». Дальше в нижней части экрана выбираем пункт «Контакты». Здесь, в пункте «Контакты», мы находим контакт, который мы хотим удалить. Мы можем нажать на него и после этого зажать его или нажать на «Информация о контакте». Здесь, в правом верхнем углу, нажать на три точечки и нажать «Удалить». После этого мы нажимаем «Переместить в корзину». Дальше наш контакт сохраняется в корзине. Мы можем нажать справа сверху на три точки, если я не ошибаюсь. И здесь в настройках найти корзину. Если нет, то вам нужно зайти в приложение «Мои файлы». Здесь найти корзину на нашем телефоне. Она обычно вот здесь вот нажимаем на три точки, находим корзину. Тем, что у меня здесь нет никаких файлов. Хотя, удивительно, я только что удалил контакт. Давайте проверим, наверняка ли я удалил. Может, я что-то сделал не так? Да нет, смотрите, контакта нету. Ну и в корзине его тоже нету. Это что-то удивительное. Заходим еще раз в корзину, и нет файлов. Ну ладно, но смотрите, если вы хотите прям точно удалить, то проверьте, нет ли у вас здесь контакта в корзине. Потому что контакт будет в течение 30 дней храниться в корзине, и только через 30 дней после его удаления он на самом деле удалится с вашего телефона. На этом будем заканчивать. Больше видеороликов об этом устройстве ищите у нас на канале. У нас там есть и распаковки, и тесты характеристик, тест камеры. Так что вам обязательно понравится. Ставьте лайки и пока!